Кто-нибудь их кушает? Он говорит, что прыжок к свободе не от силы зависит. Прыжок совершает тело. Спасение зависит от духа, от души. Моя душа готова к побегу не меньше тела. Страх – причина неудач. Нет, я не боюсь. Я в ярости. Почему ты упал? Ты не боишься смерти. Думаешь, это делает тебя сильней? Ошибаешься. Почему? Как двигаться быстрее, чем ты можешь? Сражаться дольше, чем ты можешь? Без самого мощного душевного импульса. Страха смерти. Я боюсь смерти. Я боюсь умереть здесь, пока мой город в огне. И некому спасти его. Тогда вылезай. Как? Как тот ребенок. Без веревки. Страх придаст тебе сил. А, запасы для путешествия. Это замечательно. Что это значит? Возродись.